Свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Воздушные шары. Сегодня в школе праздник. Мисс Крольчиха устроила лотерею. Подходи, подходи. Главный приз — полет на воздушном шаре. Ух ты, это весело. Пожалуйста, можно мне билетик? Синий билет выиграл машинку. Молодец, Дэнни. А можно мне тоже? Спасибо, Пеппа. Что ты хочешь выиграть? Полет на шаре. Разве не лучше выиграть шоколадный торт? Папа-свин очень любит шоколадные торты. Красный билет выиграл полет на шаре! Ура! Все, кто летит в корзину, сколько будет пассажиров? Четверо. И Мишка. Динозавр. О, и Мишка, и динозавр, значит, шесть. Все в корзину. Ну-ка, папа-свин, скорее в корзину. Давай, папа. Отдать концы от винтов полный наверх. О, ну и ну, мисс Крольчиха, вы настоящий пилот. Ну что вы, я впервые лечу на воздушном шаре. Держитесь! Мисс Крольчиха нагревает воздух в шаре, чтобы он летел вверх. Пока! Пока! Кто у нас умеет читать карты? Я умею. Ты уверен, папа свин? Я отлично читаю карты. Ой, какая странная карта. Поднимемся выше? Да, да, выше, выше. Шар поднимается еще выше. Ой, а куда делось небо? Не бойся, Пеппа, мы попали в облако. Ух ты, небо вернулось. Ура! Ура! Поднимаемся мы выше солнца и луны. Мы по небу летим, мы летим куда хотим. Смотри, Мишка, как мы высоко. Пеппа, осторожно, не упади. Папа, я уронила Мишку. Не бойся, Пеппа, мы спасем Мишку. Ну-ка, держитесь крепко, мы спускаемся. Мисс Крольчиха опускает шарик вниз, чтобы спасти Мишку. Я нигде не вижу Мишку. Вон же он! Мишка упал на дерево. Я спасу его этим якорем. Так, тихо, тихо. Есть! Папа-свин достал Мишку. Мишка! Ура! Ай-яй, никто не смотрит, куда летит шар. Берегись! Прямо по курсу дерева! Держитесь! Сперва Мишка застрял на дереве, а теперь мы застряли. Папа-свин, вы знаете, где мы? Заблудились, так ведь? Да. Смотрите-ка, это дом дедушки и бабушки. Да, значит, мы оказались в их саду. Я так и думал. Внимание, бабушка и дедушка. Ну и ну. Здравствуй, мисс Крольчиха. Помогите нам. Дедушка, мы хотим вниз. Не бойтесь, вот лестница. Ура! Все вылезают из шара. Бабушка, дедушка, мисс Крольчиха прокатила нас на своем шаре. Как интересно. Боюсь, что мы можем угостить вас только моим домашним шоколадным тортом. Шоколадным тортом? Это же здорово! Это лучший полет в мире! А это лучший в мире торт! Ура!